рекомендую посмотреть фильм «Трансформеры», потому что он красивый, просто красивый. Люблю фантастические фильмы про конец света, потому что надо знать, к чему готовиться, если что. Мне нравится Альфред Хичкок, фильмы Альфреда Хичкока, потому что они интересные, и в них что-то такое есть. Они не поверхностные, так? И мне нравится. И такие загадки всегда. Значит, фильм класс, сериал «Молокососы» вообще отлично. Ну, к сожалению, нас не идет, только в Америке. Вот, ну, в интернете можно посмотреть. Значит, «Эффект бабочки». Я очень люблю фильм «Эффект бабочки». «Хатико», ну, наверное, все смотрели, все плакали. «Достучаться до небес». Вот, хороший фильм. Молодежные комедии, вот, все серии «Шаг». Ну, например, «Фантомы», «Стиляги», «Время ведьм» — это вот самые мои любимые фильмы. Порекомендую фильм «Турист», мне очень понравился. Вот была буквально на днях на этом фильме, очень интересный, вообще понравилось. Анджелина Джоли, вау! Джонни Депп, да?